Конкретно на своем примере могу сказать, что технологии, которые сегодня стали обыденными, могут сильно помочь в восстановлении отношений с ребенком. Дело в том, что когда я был разлучен с младшим сыном, мне надо было очень напрягаться, чтобы получить хотя бы трехминутный телефонный разговор с ним. Сегодня практически такой проблемы нет. Можно дозвониться к ребенку, можно ответить на его звонок. Но еще более важно, если ребенок не забудет ваше лицо, не увидит вашу улыбку, увидит ваши слова, обращенные лично к нему. И поэтому мне кажется, что видеоконтакт может в какой-то мере облегчить или даже ускорить восстановление отношений с ребенком, который был разлучен с одним из родителей по воле не его, а по воле другой стороны, партнера, который вел себя неправильно.